Так. О, вот это, смотрите, вроде все логично, объясняет Железнов, но это я. Для холодного климата адаптировано, но успеха большого не имеет. Абсолютно правильно. Какой к черту успех, когда этот Яндекс, этот самый Дзен забит, страшно. Я еще фотографирую, некогда вам показывать все. Вот. Ну, сегодня хоть что, если успею, покажу. Смотрите. Успеха не имеет. Признаю. Не признает наука и учение. Не признает. Вроде как садовод-любитель. Да, садовод-любитель. А все потому, что преподнести не может. Не косноязычен. Нет, красноязычен. Вот. То есть я, оказывается, не умею вам объяснять. Мысли перескакивают. Совершенно верно. Вот. Те, кому дан язык, не позволено видеть. Тех, кто зрячим рожден, не дано говорить. А Мархаяма, я Мархаяма читал, вот эту я фразу не помню. Я поэтому, я до того, я люблю до того грамотных оппонентов. Совершенно верно. Я еще садовод-любитель, что говорить не умею. Но я получил за все годы несколько тысяч, не меньше, отзывов о том, что я говорю нормально, что люди зачитываются и заслушиваются. Да? Вот, несколько тысяч. И не более 5 человек, которые говорят, нам нужна лекция. Но если я перейду на лекцию, как вот это вот можно с помощью лекции? Эти 1000 меня слушать не будут. Вот это точно я знаю. И вот получается, что я все-таки говорю для простых людей, а если люди педантичные, вот. И вот тут, когда мне, что интересно, я специально подчеркиваю, те педантичные, еще несколько, за все годы, несколько сотен, немного, все говорили, нам нужно четко, вот от А до Я. Я говорю, ребята, когда я в Москве читал лекции, 3 дня, еще 3 дня, так, когда я стоял с указкой, мне там было не до этих, не до морали, вот как сейчас я, помните, выше было. Там было четко все есть. Ну, пожалуйста, ну, закажите диск номер 9, ну, закажите диск номер 13. Почему? Потому что упор делается на прививке. А не, вы нам так объясните. Вы понимаете, вот когда речь идет о цене бутылки водки, сразу куда-то все это исчезает. Вот буквально исчезает. Я так редко диски продаю, что забываю даже в каком месяце. Вот так вот. Все четко расписано. А они хотят, чтобы вот здесь меня слушать. Ну, уже бы 159 лекций, а уже бы на третьей я бы уже закончил, в принципе-то. Так же, как диск это три диска по 3 часа, 9 часов. Так, ну что я скажу? Ну, 10 получается с прививкой. Вот, ну все есть. А сейчас я только для любителей поговорить, послушать, посплетничать. Вы где-нибудь еще услышите, что желудочно-кишечный тракт – это тот же самый самогонный аппарат. И его производство этилового спирта, подчеркиваю, производство, пусть разбавленного, так, ну, сейчас крови, производство это обязательный процесс, именно для этого человек берет, садится за праздничный стол, а перед ним 10-20 блюд. Новый год, вспомните, много чего там, начиная с пельменей, кончая селедкой. И вот так вот берет человек вилку, это, и вот так, чем бы закусить? После первой рюмки одно, после второй другое, огурчик, соленый грибочек. Он им командует, его компьютер, так, для того, чтобы он полностью собрал все компоненты для брожения. Поняли? Часть энергии идет на брожение. Энергия имеется в виду и этот самый, и пищи. Вот так. Где вы еще это услышите?